Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC. Глава называется Лабиринт. И все ждут, пока я пройду вперед и разберусь со всеми, кто здесь находится. Я это сделаю, конечно, надо это все быстренько. Разобрался и пошли дальше. Так, ребята, я понял вас, что вы на меня нападаете сильно, очень сильно. Ну ничего, все нормально, идем дальше. Секретка! Ура! И это новые реликты, я начинаю опять Значит, расти. Ключ там? Да? Да, глубоко в лабиринте. Много испытаний придется преодолеть, прежде чем мы до него доберемся. Мы ищем какой-то ключ. Они там, док вычислил, что в этом лабиринте где-то есть ключ в самом конце этого лабиринта. Вон, похоже, где-то или дверь какая-то, или что. Но мы сейчас будем разбираться, вон они ковыряются там уже. Догнали. Похоже, они пытаются взломать ее. Не вяжется с духом лабиринта, правда? Так, что-то у вас много. Стоп, 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 давай. Я не туда куда-то этот сделал суперудар. Ладно, разобрались. Тихо, тихо, аккуратно, парень. Ты чего там закидываешь? Так, ты себе под ноги же не видишь, что ли, куда кидаешь? Эта дверь, вот, похоже, надо ее будет открыть. Все, идем вниз. Ой, какая-то бочка меня так сильно меня повредила это все. Ну-ка, 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 тихо, аккуратно. Я запустил что-то. Есть. Сейчас я подойду, подожди. Секретка, похоже, вот здесь разломана слегка. Окей, все хорошо. Сундук, хорошо, очень круто. Вот это, по-моему, тоже есть у нас. Вот, одной опять не хватает. Уже во многих наборах не хватает по одной штучке. Но, к сожалению, ни одного набора мы еще не собрали. Но все впереди. А что за ворота, что они там ковыряли? Я какой-то рычаг включил, наверное, придется еще искать, еще где-то нажать на какой-то. Поищем другой рычаг. Ну-ка, а если еще раз нажать? Нет, все, он нажат. Еще какая-то дверь, ну не знаю, какие из них открываются, вот эти вряд ли. Вот рычаг. Сейчас повернется и, наверное, вход откроется. А куда дальше? Так, погоди. Ну, надо еще какой-то найти рычаг. Но я не вижу, где. У нас все закрыто здесь. Давай. Ну, подошел, толку нету. Давай искать еще. Значит, сюда, на меня, наверное, надо идти. Нет, тоже некуда. Странно, странно. Давай попрыгали опять наверх. А если... А, низом пройти можно. Вот же. Я сразу так и не приметил. Вот он еще, третий рычаг. Ну, давай. Все, вот дверь открылась. Все как надо. Теперь пошли дальше. О, ребята подоспели. Я всегда им расчищаю путь, они идут. В неизвестность. Давай, какая неизвестность? Все и так знаем уже тут. Жучки, паучки, что тут делов-то? NEC разберется со всем. Давай. Реликтов побольше и все, подрасти маленько. И все будет хорошо. Так. С этими сразу можно с двумя разобраться. Ах ты какой, а!
Ну ладно, надо было не торопиться, аккуратно с ним. А, вот этот с щитами будет, наверное, сейчас, да? Этот с щитами, от него надо... Он сейчас кидать чем-то будет, надо бегать просто. Давай! Да как так? Понял тебя, понял, что ты дерзкий. Кидай. Вроде и так все пытался, осторожно. Давай, 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 увернусь сейчас я. И я к тебе подхожу. Вот все, да так-то он падает-то быстро. Ну, хпшечки тоже забрал у меня маленько. Если это место построили люди, то что здесь делают страж? Что? Очевидно, эти люди поняли, как управлять стражем. Давай пользоваться рычагами. Раз. Два. Секретка. И давай третий есть где? Третий нажмем. Стоп, а зачем? Стоп, а, последовательность. Надо, значит, нам просто быстрее все делать. Ну, давай, нажимай. Пробежать быстренько и успеем тогда. Вот смотри, раз. Два. И три. И все, мы тогда успеваем быстро пройти. Неизвестность тут у них. Нормально все, все известно. Стрельнет сейчас. Я уже научился с такими. Забираем реликты. Рычаг. О, стоп, стоп, стоп. Что происходит? Сейчас дверь, наверное, закроется. Ай, я не успел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, надо вовремя дверь. Надо вовремя нажать. Хорошо, пусть будет так. Пусть они уедут. Да. Ладно, сейчас отсюда начнем. Ну, чуть пораньше, ладно. Все, пошли. А как? Ну, просто нажимаю его и пошли вот сбоку вот здесь. Все, вот так прошли, нормально. Не надо было прямо бежать. Здорово, чувачок. Ой. Да хорош, хорош. Подожди, подожди. Тебя же ты... Ты же быстро падаешь, я же знаю. Да не, 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 нельзя так, нельзя, говорю так. Прыгай. Сейчас еще ударит. Да все, все, падай уже, хватит, хватит. Так, с этими что? Вот наш ключ и наша дверь. Когда ключ отопрет заветную дверь, горы поднимутся выше облаков. И лик земли изменится навсегда. Малыш, что это значит? Не знаю, что это значит. Сейчас будем пробовать. Разобраться со всем этим. Ну чё, рычаг нажимаем, да погнали. Чё, дверь открывай. О, подожди, подожди, подожди. Ты кто такой? Ты кто такой? Это мины. Аккуратно, надо просто прыгать. А может, рычаг надо нажать быстрее? Вон тот. Еще раз. Или как? Чё происходит-то? Тихо, меня сейчас взорвет так. Отвали. А, все, ну все, испытание пройдено, дверь открой. Я-то думал, там что-то серьезное, а там просто надо было выжить. Идем. Здесь что придумали? Так, эти ездят, наверное, тут нельзя на них нарываться. Подожди, стены ставят. Ну, надо вот так просто пройти. Просто пройти, да? И нажать надо рычаг. Все готово. Открывай дверь. А, стоп. Не все готово. Где-то еще рычаг. Значит, идем сюда. Здесь не пройти. Ну, точно лабиринт.
Вот же рычаг еще. Стоп, а что не так? А, надо было все сразу, да, задействовать. А третий? А, я все понял. Я все понял, я просто не успел. Надо быстро делать. Давай еще раз. Этот включаю и побежал. Пошли, вон тот, вот сейчас этот нажму. И пошли на третий быстренько. Быстро, быстро, быстро. Сейчас надо только быстро бежать. В принципе, они меня ничего не бьют, я просто там пройти не могу. Все, вот открывай дверь. Все, ребята, ждите здесь, я сейчас пройду, разберусь. Вот это неожиданно. Очевидно, это спящий вулкан. Секретка, ребята, прямиком вот иду к ней. Растем. Это хорошо. Становится проще играть, когда ты большой. Янтарь. Чуть не пропустил такую поляну, хотел уже бежать. Так, ну давай с этим. Ну вот он энергетический щит делал. Ай, подожди, это другой. Я перепутал, этого сразу можно бить. Итак, раз, два и третий сразу. Три. Тихо, тихо, увернись. Ну-ка, стоп. Супер удар. Осторожно, осторожно, увернуться надо. Не увернулся я от него. Так, с этим надо теперь аккуратно. Быстро, и к нему подходим. Ну, получилось. Все, дверь открыта, надо быстрее сюда забежать. Секретку вижу прямиком перед нами, открываем. Наверное, сундук какой-нибудь будет. Ну-ка. Нет. Это реликты. Ну хорошо, пускай так. Готов. Опа. Опять ты здоровяк. Сейчас, 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 сейчас я подпрыгну. И мне надо быстрее просто его ломать. Ай, да больно, как так, а? Ну нет, просто развалился я. Ладно, еще раз. Реликты. Ну, с этим-то вообще быстро проблем нету. Но сейчас у меня и жизни тут побольше. Ну-ка, давай-ка. Надо... Вот он здесь один удар всего делает. Успеваю я один удар только сделать. Все, упал. И развалился сразу же. Хорошо, собираем, растем. Ну-ка вот сюда сходить назад. Ничего нету? Что-то полетело куда-то. У нас гости. У нас гости, ребята, причем их много. Пойду разбираться. Древний ключ. Ладно, это мы посмотрим в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. И всем удачи. И всем пока.